Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин, это Little Nightmares 2, шестая серия. Я так понимаю, мы из больницы еще не выбрались. Бежать на X, прыгать, фонарик, хвататься. Так, какой-то здесь очень буйный чел. Спокойно. Серия сразу начинается с экшона. Это главврач? Ага. Я так понимаю, нам надо по коробочкам шкериться. Ага, где-то он там лазит, лазит. Ну да, у нас есть время, получается, чтобы пройти. Увеселиться что-то. Оу! Ням-ням! Очень вкусно. Очень вкусно. Так, значит, мы идем очень медленно. Очень медленно, но на ускоренном. Ага, мне вот туда вот. Смотрит в эту сторону. Ползает. Он как огромная блоха. Блоха с усами. Ну конечно, кто сомневался вообще. И ты будешь прямо надо мной? Ой, с тебя сыпется. Хорошо, куда мне надо? Видите кнопку? Мне надо на кнопку чем-то кинуть. А чем-то кинуть он... Вдалеке видны игрушки. В общем, мне по-любому сюда. Мне по-любому сюда. Малая, слышь, спрячься! Ага, она со мной не пойдет. Ладно. Ладно. Сейчас он ко мне прибежит. Ага. Меня тут нет, ты ничего не слышишь. Не слышишь, не видишь. Такой путь был проделан уже. Ладно. Ладно, ладно. Вот так вот. Ой, малыха со мной пошла в этот раз. Значит, все правильно. Назад. Кубан взяли. Спешим, спешим. Спрятались. Никуда не торопимся. Хотя, в принципе, можно было добежать и до кровати. Не-не-не-не-не.
Что ты делаешь? Я думала, он сейчас кровать будет поднимать. Это он, получается, собирает манекенов. Нам сюда. Фух, успели. Малая, ты мне подсказала. Ё-моё, а что делать? Так, пусть туда уходит. Еще бы кубиком попасть. Все? Ну он прям... Я решила не сопротивляться. Малая, иди сюда. Нам надо было пробежать. Вот туда вот, как заходишь, слева кровать. Все, он дальше пошел. Куда он убежал? Тут, блин, еще по определенным коробочкам лезть надо. Я бы точно не успела, если бы он здесь был. Так, а куда он пропал? Очень странно. Он-то должен был вернуться. Игра решила мне помочь. Еще бы чуть-чуть, и мы попали с его толстые пальцы. Толстые и крепкие. Представьте, какой он громадный, как он себя переносит. Так. Что-то мне это уже не нравится. Да вот это вот... Тихо! Так, что у нас тут? Надо отодвинуть. Нам в любом случае нужен ключ. Я уже увидела замок. Ага, поняла. Вот эту вот штуку выдвигаем. Ну ты чего, малый? Давай, давай, залазь. А ты меня двигай. Давай. Командная работа. Красава. Теперь нам надо найти ключ. Надеюсь, этот чел сейчас тут не появится. Вроде нет.
тоже такое не подходит. А, теперь можно, получается, на стол. Нет, нет, нет. Вот, вот этой вот штучке. Вот этой. На стол, а со стола... Блин, ну неужели просто нельзя залезть на вот эту вот подставку? Надо обязательно выдвигать этих челов. Так, мистеры. Ага. Ага. Хорош. Так. Берем ключ. Как-то очень подозрительно тихо. Тихо и спокойно. Тяни! Ай! Все, у нас есть ключ. Куда, если что, спрятаться? Помогай малыхам. Мы так с ней сдружились. Нет, не то. Угу. Так мы пролезть не сможем. Я сразу заприметила ящики. Давайте попробуем по ящикам. А, ну да, здесь же ручки. Осторожно. Тихо. Перепутала кнопки. Да не спрыгивай, не спрыгивай. То я тупанула. Полезли обратно. Давай. Я с бегом перепутала. Хорош. Лезем наверх. Кстати, отличие... Отличие первой части Little Nightmares в том, что мы всех, кто за нами гонялся, в конечном итоге практически всех убивали. Бляха, нам нужна батарейка снова. Посмотрите, какая тут щелочка, можно ж пролезть, ну. Это ужас. А, стоп. А вот это нельзя поднять? Нет. Слишком я хитрая. Садимся. А ну не выталкивай меня, блин. Он в очках. Вон где лампочка. Ни хрена себе. Справа сверху лампа. Нам надо его как-то отвлечь и успеть повытаскивать вот те вот штуки. Не, это жестко. Давай еще раз. Ну, давай. Здесь кто-то живой. Так. Что мы должны сделать? Вот эту вот штуку мы должны отключить.
там вот вроде есть дырочка. И успеть добежать вот сюда. Потому что если мы будем под кроватью, этот чел нас увидит, если мы будем убегать. Опять я перепутала бег с этим. Нормально. Минус шея. Я удерживала кнопку. Давай. Ну, чел, хватайся! Давай. Давай. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Мы успеваем. Серьезно, мы успеваем? Я думала, придется в два захода. Бляха-муха! Ладно. Бежим. Давай. Быстрее. Хорош. Как мала это успевает делать, а ей нет. Я вроде бы делаю все то же самое. Давай. Хорош. Давай. Или я должна была опять с самого начала? Все, я поняла, сейчас мы все сделаем красиво. Давай! Thank you.
надо выдрать последнюю штуку. Хорош. Мы его сожгли. А это села руки греть. Жесть, вот это напряжение. Хорошо, хоть не с самого начала надо было бежать, если вот здесь вот не можешь справиться. Че, тебе тепло? Блин, ну с одной стороны ее реакция, ну, нормальная. То есть за нами гонятся какие-то монстры. И она не, ну, она рада тому, что мы от него избавились. А с другой стороны, она какая-то прям такая загадочная. Подозрительная даже. Очень. То она манекеном пальцы ломает, сидит. Может, он меня подсадит? Идем сюда. Давай. Ждем лифт. Да уж. Ну, это как раз то, о чем я говорила. Мы в первой части некоторых поубивали. А в этой пока что мы еще ни от кого не избавились. Наша первая жертва. О, это наконец-то мы ушли из больницы. Правильно? Или мы еще в больнице? Я хочу отсюда уйти наконец-то. Игра, не лагай, пожалуйста. Пошли. Ура, мы отсюда уходим. Помогай. Али, оп. Тапочка. Интересно, какая будет следующая локация? Школа была, больница была. Что-то падает. А это не шляпка в коллекцию? Ну, запрыгивай. Нет, он ее не берет. Что происходит? Это кто-то скидывает кого-то? Застревай, пожалуйста. Блин, как он замучил. Как... Застрянет и все, и стоит на месте. Так, там лестницы нет. Воу! С ума сошел, что ли? О, все понятно. Все очень печально. Угу, нам сюда. Давай, давай, поднимайся, поднимайся.
Я подумала, сначала можно как-то сверху дальше по лестнице полезть, но он туда не прыгал. Ты нас трогать не будешь? Нет, какой молодец. Телевизор. В общем, здесь, в этом мире, телевизор — это зло. Зомби-ящик. А я не могу назад вернуться? Нет. Блин, я думала, может, с той женщиной что можно сделать, которая телек в ванной смотрит. Хрена себе. Я поняла. Хорош. И туда можно, в ту сторону. Интересно, что по этому телеку крутят? Хотя там одни помехи, интересно, что они видят. Хорош. Здесь я не могу нажать на рычаг, потому что я до него тупо не достаю. Так. Тут ничего нет. Зачем нам сюда тогда? Ладно. Можно попробовать, знаете что? А, все типа? Я отсюда не выйду! А как? Я ж до рычага не допрыгну. А ну нажми. Сюда не прыгает. Нажми на рычаг. Я, может, что-то не понимаю. А, тю. А ну иди попробуем, что с этим рычагом можно делать. И чё? Упс.
Блин, прямо отсюда. Я когда с такого расстояния прыгаю, он умирает. Это нечестно. Хрена себе. Все делаем по той же схеме. Я хочу потом опуститься еще раз сюда. Прыгнуть и попробовать запрыгнуть на этот, наверх лифта. Там еще, получается, проход был слева. Ну, бери! Иди сюда, помогай мне. Так, ладно, пока прыгать не буду, посмотрим вообще, что изменилось. Интересно, лифт опустит? Сохранение прошло. Ладно, так не катит. Нет! Ты же в прошлые разы залазил, все было нормально. В чем сейчас дело? О-о-о-о. Я поняла. Я поняла. Капец. Ну, поначалу казалось очень сложная загадка. А нам туда, наверное, да? А здесь секреточка. Да. Так. Все. Шляп больше никаких нет.
шляп никаких больше нет. Ладно. Какая-то башня. Или главный телек. Балай, давай, 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 давай. Сейчас промокнем, заболеем. Здесь нужна помощь. Давай. Я случайно. Командная работа, вот она. А, теперь ты будешь меня ловить, ни хрена себе. Есть. Красава. Ну, он застроют везде в деревяшках этих. Здесь тоже надо подсадить малыха. Давай. Есть. Да что ж такое, везде твоя помощь нужна. Иди. Нет? Что, по трубе будем лезть? Я думала, в окно. А вот теперь точно в окно. Давай. Трескается, ломается, блин. Башня какая-то. Люди-зомби. Давай, 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 давай. Проиграла? Капец! Игра начала ломать страшно! Спокойно, давай! Сразу бежим! Сразу бежим! Встаем! Бежим! А куда? Все правильно. О, малыха, я иду на помощь. Давай, 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 давай. Раз, два, опа, красава. Вот это мы попали, конечно. Сохраняшка прошла? Не увидела. О, сохранение прошло. Ладно, ребята, давайте на этом остановимся. И продолжим исследовать мир кошмаров уже в следующей серии. Да-да-да, подожди, подожди. Нет, нет, стой. Потом. Уйду от нее. Сейчас будет эйкать. Все плейлисты находятся в описании под этим видео. А пока на этом все.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.